Кирилл. Кирилл. Отдай оружие. Нормально. Ты что делаешь-то? Слушай, мне надо забрать ружье. Он реально какой-то одержимый им становится. Ты мне чуть руку не сломал, слышь? Кирилл. Ну, пожалуйста. Кирилл, успокойся. Ты нас узнаешь вообще? Что с тобой? Зачем ты в него вцепился? Мы от него избавиться должны были. Тебе надо отдать нам это ружье. Мы должны от него избавиться. Ты помнишь? Кирилл, ты что делаешь? Это твоя жена, идиот. Ты убери, что ли, его? Кирилл, успокойся. Убери его. Убери его, вдруг оно заряжено. Ты что делаешь? Нормально то приложила. Нет, все нормально, живой. Видишь, все хорошо. Надо убрать эту херню от него куда подальше. Да успокойся, воды принеси, да, в чувство просто приведем. Лежи! Лежи. Не вставай. Ты что, на стену не заряженный был, идиот? Я заберу его. Кирилл. А вы что делаете? А, все, я пришел, дай ему попить.